Не одевать ее, все равно прошибет нахуй. Блин, капец, непривычно что-то. Отвык, кстати, надо привыкать снова. Не, а у меня наоборот, понял, до такой степени заигрался. Я почему вот давно это, что думаю, надо маленько это, как-то повременить с Counter-Strike. Я, короче, до такой степени привык, я уже, короче, попадать ни по кому не мог. Я, короче, не знаю, как это объяснить. Заигрался, короче, до такой степени. Да, наверное, устал. А сейчас ничего вроде. Вот так меня вообще, кстати, прикинь, неделю назад читером обозвали. Да ты читак, я ж знаю. Ты чё? Да ты бахаим там, чё там еще есть? Короче, прикинь, я это с Фамосом. И против меня этот чувак с АВП, у него полное ХП, у меня 30% где-то. Ну я его убил, одного его убил уже. И тут вот второй этот с кимберкой вылазит в другом конце карты. Я присел и выстрел делаю. Сразу три пули, когда он стреляет, и все. Он сдох, он мне давай сразу, читер, это нереально. Как так? Давайте его заманим. Иногда бывает вообще тупо выпрыг. С этого зигла выпрыгиваешь, там метров 100, понял, дыщ, и сразу в хэп, ёп. Да я сам в ахуе был, что самое интересное. Кто у нас бесстрашный? Я пошел. Не, я не пошел. Слева направо, вверх вниз.